Всем привет! Меня зовут Маргарита. Сегодня будем с вами вязать мишку Тедди. Вот такой вот мишка. Высота его, если вот так вот выровнять ножки, 16 сантиметров. Нашла я в интернете эту схемку. Автор Ковалева Анна. Вот такой вот замечательный мишка. Здесь некоторые нюансы уже можно как бы от себя добавлять. Там вот, например, вот эти вот швы. Делать больше, либо не делать их вообще. Это уже сами смотрите в дальнейшем. Значит, вязала я его, буду вязать. Ну, естественно, я его уже связала. И образец второй буду вязать такой же. Из этой же серии. Такой цвет. Уйдет где-то, ну, может быть, половина, может быть, меньше половины. У меня нету счетчика для того, чтобы посчитать, сколько уходит метража, поэтому не могу сказать, но достаточно это точно этого мотка остается, либо половина остается, либо больше половины. Можно связать даже два, я думаю, мишки с одного мотка. Использую такой вот цвет для носа. Можно взять черный цвет, если не хотите такой, ну, другой цвет нос, чтобы был. Далее белый цвет тоже из этой же серии. У меня бумажка, последняя ниточка осталась, бумажку уже выкинула. Ну, тоже Ярнар джинс, то же самое. Далее, стягивать, утягивать ножки буду я этим нитками мулине. Они более прочнее, на мой взгляд. Поэтому буду утяжку делать мулине. Итак, значит, глазки я взяла вот такие. У меня нету на безопасном креплении такого размера, поэтому у меня будет на клеевой основе глазки 5 миллиметров на клеевой основе. Пуговички вот декоративные, которыми я делала утяжки. Если есть специальные такие пластмассовые штучки, я не помню, как они называются, можно их использовать. У меня их нет, поэтому я использую пуговички для того, чтобы, ну, более аккуратно тут был вид такой симпатично. Иначе будет просто ниточка и втянуто будет полотно. Поэтому лучше использовать пуговички. Вязать я буду саму игрушку всю крючком 2,5, а шапочку я свяжу крючком 3,5, так как я буду вязать, как видите, из двух ниток, два сложения, получается две ниточки, ну, чтобы шапочка была более такая объемная и, ну, чтобы не один цвет был. Решила так, а там уже на ваше усмотрение. Значит, клеить буду глазки я на клей для ткани. Вот. Также нам нужен будет фетр. Фетр тонкий у меня. Сейчас скажу, сколько он в миллиметрах. 1 миллиметр. Вот такой тонкий фетр. Вот это для вот этих накладок на подошве и в общем. Так, что еще? Ну, ножнички, естественно. Синтепон наполнитель такой. Иголка для сшивания. Ну, в принципе, и все, что нам нужно для мишки. Так, тело. Набираем 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка мы вяжем 6 столбиков без накида. Второй ряд 6 прибавок подряд. И в ряду у нас 12 столбиков. В каждый столбик по 2 столбика. Третий ряд. Берем маркер контрастного цвета, ниточку. Третий ряд. Столбики прибавка повторяем 6 раз, и в ряду у нас 18 столбиков. Столбик, следующий столбик, прибавка. Четвертый ряд, 2 столбика и прибавка, повторяем 6 раз, и в ряду у нас 24 столбика. Вяжу я этот ряд со смещением прибавки. Сначала вяжу я 1 столбик, затем прибавка. Далее 2 столбика и прибавка повторяю 5 раз.
2 столбика и прибавка 5 раз. И в конце у меня 1 столбик. Провязываем его. Пятый ряд. 3 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас 30 столбиков. 3 столбика и прибавка. Шестой ряд. 4 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз. И в ряду 36 столбиков. Этот ряд вяжем со смещением. 2 столбика. Прибавка. Затем 4 столбика и прибавка. Повторяем 5 раз. 4 столбика и прибавка. 5 раз. И в конце у нас 2 столбика остается. Провязываем их. Седьмой ряд. 5 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас 42 столбика. Три, четыре, пять столбиков и прибавка. Далее, восьмой, девятый и десятый ряд мы вяжем без изменений. 42 столбика, то есть 3 ряда. Одиннадцатый ряд. 5 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. И в ряду останется 36 столбиков. 3, 4, 5. Убавка за передние стеночки петли. Двенадцатый ряд. У нас осталось в одиннадцатом ряду 36 столбиков. Двенадцатый ряд мы вяжем без изменений 36 столбиков. Тринадцатый ряд. 4 столбика и убавка. Повторяем 6 раз. И в ряду остается 30 столбиков. Я убавки буду делать опять же со смещением. 2 столбика. Убавка. Затем 4 столбика и убавка. Повторяю 5 раз. 4. И убавка за передние стеночки петли. Значит, пятая убавка и в конце 2 столбика. В общем, это шестая убавка. Пятая убавка, где мы делали 4 столбика. Четырнадцатый ряд. Вяжем без изменений 30 столбиков. Пятнадцатый ряд. 3 столбика и убавка. Повторяем 6 раз. И в ряду остается 24 столбика. 3 столбика и убавка. Значит, 16 ряд вяжем без изменений. 24 столбика. 17 ряд. Вяжем 6 убавок подряд за передние стеночки петли. Первая убавка. Вторая. Третья. И шестая. Дальше вяжем 12 столбиков до конца ряда. Вставлять глазки, если они у вас на безопасном креплении. Тут у нас, вот где у нас были 6 убавок подряд, это у нас. Дальше 18 и 19 ряд вяжем без изменений 18 столбиков. 20 ряд у нас последний ряд. Вяжем 4 столбика и убавка. Повторяем 3 раза. И в ряду у нас останется 15 столбиков. Здесь я провяжу сразу 4 столбика и убавка.
Набираем 2 воздушные петли, и во вторую петлю от крючка мы вяжем 6 столбиков без накида. Голова у нас будет вязаться так же, как и тело, до 7 ряда, поэтому я на камеру это показывать не буду. Можете просмотреть, как мы вязали тело. Ну, я, конечно, запишу. У меня будет описание. Вдруг что-то непонятно, можно вернуться и посмотреть, как мы вязали тело. Значит, вяжем до 7 ряда точно так же, как вязали тело. Итак, провязали круг. Теперь с 8 по 12 ряд мы вяжем без изменений 42 столбика. Это у нас получается 5 рядов. Значит, 5 рядов вяжем без изменений 42 столбика. Далее 13 ряд. 5 столбиков и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду остается 36 столбиков. 3, 4, 5 и убавка. Четырнадцатый ряд. 4 столбика и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду у нас 30 столбиков. Я вяжу со смещением убавки, поэтому провязываю 2 столбика, затем делаю первую убавку. Далее 4 столбика и убавка, повторяю 5 раз. 4 столбика и убавка. Ну и в конце остается 2 столбика, которые довязываем. 15 ряд, 3 столбика и убавка, повторяем 6 раз. И в ряду остается 24 столбика, 3 столбика и убавка. Шестнадцатый ряд. 2 столбика и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду у нас 18 столбиков. Этот ряд я опять вяжу со смещением. 1 столбик провязала, вяжу убавку первую, и дальше 2 столбика и убавка, повторяю 5 раз. И в конце у нас 1 столбик, который мы довязываем. Последний ряд, 17-й, мы вяжем 4 столбика и убавка, повторяем 3 раза, и в ряду у нас 15 столбиков, так как у нас на теле тоже 15, соответственно, и на голове должно остаться 15. Поэтому вяжем 4 столбика и убавка, повторяем 3 раза. Провязали, делаем соединительный столбик в следующий столбик и отрезаем ниточку. Так как мы ниточку оставили на теле, здесь мы не оставляем. Наполняем плотно голову. Наполнили голову плотненько. Пока откладываем ее в сторону, вяжем остальные детальки. Вяжем верхние лапки. Набираем 2 воздушные петли, цепочку, и во вторую петелечку от крючка вяжем 6 столбиков. Это мы так, начало у нас такое, что на голове, что на теле, чтобы не делать кольцо и не стягивать. Можно и в кольцо связать. Поэтому смотрите, как вам нравится. Можно даже кольцо набрать 6 столбиков, потом затянуть это колечко. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков. Далее второй ряд мы вяжем 6 прибавок подряд. Третий ряд, столбики, прибавка, повторяем 6 раз, и в ряду у нас 18 столбиков, столбик и прибавка. Четвертый ряд вяжем без изменений 18 столбиков, пятый ряд 3 столбика, 3. Далее 6 убавок подряд.
старайтесь стягивать ниточку, чтобы не было пространства. 3, 4, 5, 6 и 3 столбика довязываем до конца ряда. 3. Теперь 6 по 10 ряд вяжем без изменений получившихся 12 столбиков, то есть 5 рядов. Наполнили плотненько ножку. Далее 11 ряд, 5 столбиков, 2, 3, 4, 5, убавка и 5 столбиков довязываем до конца ряда. Итак, осталось у нас 11 столбиков. Теперь 12 ряд вяжем без изменений 11 столбиков. 13 ряд 5 столбиков. Опять вяжем. 2, 3, 4, 5. Также делаем одну убавку. И дальше 4 столбика, которые остались у нас, провязываем до конца ряда. И в ряду у нас осталось 10 столбиков. Теперь 14 ряд мы провяжем без изменений 10 столбиков. Параллельно наполняйте ножку. И последний у нас 15 ряд. Это 5 убавок подряд. Раз, два, три, четыре и пять. Отрезаем ниточку, вытягиваем. Также дальше дополняем плотненько, так как мы будем не пришивать, а притягивать ножки. Поэтому нам надо, чтобы было плотненько. Я беру вот так вот ножнички и дополняю плотно до самого верха. Последнее, что мы должны сделать, это после того, как наполнили, стянуть за эти 6 столбиков, которые у нас остались, за передние стеночки петли, отверстие. Стянуть и спрятать ниточку. Прячу я после того, как зафиксирую узелочком. Также вяжем аналогично вторую ножку. Вот. Теперь вяжем нижнюю ножку. Нижняя ножка. Набираем 6 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка, начиная со второй петли от крючка, мы провяжем 4 столбика. 3, 4. В последнюю петелечку мы провяжем 3 столбика. 2, 3. С противоположной стороны мы вяжем 3 столбика и в последнюю петлю мы вяжем прибавку. Так у нас получилось 12 столбиков. Второй ряд. Вяжем прибавку в начале. Дальше 3 столбика. 2, 3, затем мы вяжем 3 прибавки подряд, 1 прибавка, 2,
третья прибавка. Затем мы вяжем 3 столбика и 2 прибавки подряд. 1 и 2. Во втором ряду у нас 18 столбиков. В третий ряд столбик, прибавка, затем 3 столбика. Далее столбики, прибавка, повторяем 3 раза. Столбик, прибавка, 1. Столбик, прибавка, 2. Столбик, прибавка, 3. Затем вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. И столбик и прибавка 2 раза повторим. 1. Столбик, прибавка, 2. И в ряду у нас 24 столбика. А теперь 4-й и 5-й ряд мы провяжем без изменений 24 столбика. 6-й ряд. Вяжем 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Далее мы вяжем 5 убавок подряд. 1, 2. И оставшиеся 8 столбиков довязываем до конца ряда. И в ряду у нас 19 столбиков. 7-й ряд. Вяжем 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. Далее мы вяжем 4 убавки подряд. 1 убавка, 2 убавка, 3 и 4. И оставшиеся 6 столбиков провязываем до конца ряда. И в ряду у нас 15 столбиков. 8-й ряд вяжем без изменений 15 столбиков. 9-й ряд, 3 столбика и убавка, повторим 3 раза. 3 столбика, убавка. Провязали. В ряду у нас 12 столбиков. Теперь с 10 по 13 ряд, то есть 4 ряда, мы провяжем без изменений 12 столбиков. Наполнили плотно ножку. Последний ряд, 14, 6 убавок подряд. 1. Так же, как и на верхней ручке, отрезаем. Вытягиваем и дополняем плотненько синтепоном. Точно так же, как и на верхней лапке, мы стягиваем 6 столбиков и фиксируем ниточку, прячем. Вяжем так обе две ножки, вторую аналогичную. Теперь свяжем хвост. Значит, хвост 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка мы провяжем 6 столбиков. Далее второй ряд у нас будет 6 прибавок подряд. В ряду 12 столбиков. Третий ряд столбик и прибавка, повторяем 6 раз. И в ряду 18 столбиков. Ну и 4-й ряд последний мы провяжем столбик и убавка, повторим 6 раз. И в ряду 12 столбиков. Вот такой вот хвостик у нас получается. Соединительный столбик в следующую петелечку. И отрезаем ниточку для пришивания. Потом мы наполним синтепоном, когда будем пришивать.
Следующая деталь – ушки. Набираем 2 воздушные петли, либо делайте кольцо. Во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбиков. Второй ряд – 6 прибавок подряд. И в ряду 12 столбиков. Третий ряд – столбики, прибавка. Повторяем 6 раз и в ряду 18 столбиков. Далее 4 и 5 ряд мы провяжем без изменений 18 столбиков. Ну и последний ряд у нас 6. Вяжем убавка и 7 столбиков 2 раза. Убавка. Далее 7 столбиков. Это первый раз. И второй раз. Убавка и 7 столбиков. Провязали. Соединительный столбик, следующий столбик. Отрезаем ниточку для пришивания подлинней. Вяжем так второе ушко. Такое вот ушко у нас получается. Следующая деталька — мордочка. Цвет мордочки. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И начиная со второй петли от крючка мы вяжем 4 столбика. Три, четыре. В последнюю мы провязываем 3 столбика. С противоположной стороны вяжем 3 столбика. 2, 3 и прибавка в последний столбик, петлю вернее, последнюю петлю. И в ряду у нас получается 12 столбиков. Второй ряд. Прибавка. Затем 3 столбика. Далее у нас 3 прибавки подряд. Дальше вяжем 3 столбика. Это то же самое, как мы вязали нижнюю лапку, помните, да? И 2 прибавки подряд в конце. И в ряду у нас 18 столбиков. Третий ряд, столбик и прибавка. Затем 3 столбика. Далее столбик и прибавка повторяем 3 раза. Дальше вяжем 3 столбика. И столбик и прибавка повторяем 2 раза. Раз. Столбики, прибавка 2. И в ряду у нас 24 столбика. Теперь 4 и 5 ряд мы провяжем без изменений 24 столбика. Провязали. Делаем соединительный столбик. Ниточку отрезаем для пришивания. Оформим сначала голову, а потом будем все детальки пришивать, соединять. Нам надо еще связать нос. Итак, набираем цепочку из 5 воздушных петель. Начиная со второй от петли от крючка вяжем. Раз, два, три столбика. В последнюю мы провяжем 3 столбика. Из накида. Далее с противоположной стороны по цепочке вяжем 2 столбика и в последнюю провяжем 2 столбика.
И у нас должно получиться 10 столбиков. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь мы провяжем этих 10 столбиков один ряд. Ну вот, в принципе, носик готов. Он маленький, так как у нас игрушка маленькая получается, поэтому и носик тоже маленький. Делаем соединительный столбик в следующую петлю и оставляем хвостик для пришивания. Дальше уже потом мы вырежем еще детальки на ножках, которые будем обшивать, пришивать. Итак, собираем теперь игрушку. Для начала оформляем голову. Я вот наметила, как будут располагаться глазки. Значит, отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Как я говорила, да, тех, кто, у кого на безопасном креплении уже глазки оформили. А тех, кто приклеивает, как я, мы вот отмечаем также 8 рядов между 8 и 9. У нас будут глазки располагаться. Между глазками 4 столбика. Я их наметила и уже ориентировалась ушки, чтобы у меня вот они как-то параллельно глазкам как-то ложили, чтобы глазки были посередине, между ушками. Ушки я расположила, если так посмотрите сбоку, чуть-чуть назад. То есть не посередине головы, а немножечко назад. И расположила вот такое вот расстояние получилось. Значит, если считать серединку, 1, 2, 3 ряда. На расстоянии от серединки 3 ряда. Одно ухо и сюда 3 ряда, второе ухо. В общем, расположила ушки и, исходя из этого, наметила глазки. Теперь нам надо сделать небольшую утяжку глаз. Поэтому берем ниточку этого же цвета. Итак, как обычно мы делаем все утяжки, вводим иголочку сзади между столбиками. Главное, чтобы не в столбик, чтобы ниточки наши потом спрятались. И выводим. Значит, так делаем. У нас утянется вот этот вот столбик. То есть, вот, да, вот этот вот столбик именно с этой стороны намеченной иголки. Поэтому выводим иголочку сюда, где вот эта иголка, маркер находится. Оставляем хвостик сзади, соответственно. И вот сюда вот этот столбик. Тем самым утяжка будет. Будем утягивать по одному глазу, чтобы они равномерно у нас стянулись. Чтобы не середина стянулась, а именно глазки. Выводим сюда этот иголку. И утягиваем. Сильно тут утягивать не надо. Утянули, завязали кончик. Хвостики завязываем. 3-4 раза. Чтобы не распустилось. И также вводим сюда же. Оставляя этот хвостик, опять же, мы его оставляем. Теперь ко второму глазу. Также выводим сюда, к этой иголке. И в эту сторону столбик этот утягивать будем. Выводим сюда, сюда же. Вот так мы утянем глазки. Вот. Все, я завяжу, чтобы уже много времени не тратить ваше на утягивание глаз. Сейчас я завязываю кончики, прячу ниточки. Ну вот, я оформила голову. Значит, приклеила глазки. После того, как приклеила глазки, уже в этом фоне пришила носик, чтобы он был между глазками посередине. Вот так, вот таким вот образом пришила. Бровки, ушки
Я думаю, это несложно, можно пришить. Не забудьте только наполнять синтепоном носик и мордочку, когда будете пришивать. Теперь давайте пришьем тело к голове. Значит, здесь вы видите, да, тело у нас вот тут выпукло, это животик. Вот, ориентируйтесь на это, что это живот. Так как у нас и там 15, и на голове, и на теле по 15 столбиков, мы столбик к столбику пришиваем. Пришивайте, как обычно мы пришиваем, не за верхушки, а за ножки столбика. Беритесь вот так, чтобы более плотнее прилегало тело к голове. Вот именно вот таким вот образом пришивайте. Что на голове берите за ножки, что на теле. Давайте пришьем голову к телу и будем пришивать, притягивать ножки, ручки, еще и хвостик. Да, у нас останется пришить. Тело пришили. Теперь нам надо сделать подвижными ручки. Значит, пришивать будем мы руки, ну, на уровне. Значит, что верхняя часть руки у нас на расстоянии вот двух рядов. Она должна быть не выше. Итак. Значит, как мы это делаем? Нитка мулине в два сложения. Если у вас пуговички больше дырочка, то вы можете взять в три сложения. У меня просто она не пролезет, поэтому в два сложения. Надеюсь, что это плотно. Поэтому, значит, вводим в ручку верхнюю лапку, вернее, таким вот образом. Значит, вот верхняя часть, первый ряд, да, отсюда будем считать раз, два, в третий ряд, между третьим и четвертым вводим. Здесь у нас получится вот, ну, на уровне вот этого ряда выводим сюда. Вывели ниточку, берем пуговичку. Пуговичку вдели. Теперь выводим на ряд ниже. Но здесь мы выводим сюда же. Сейчас пуговичку. Здесь остается у нас хвостик. Кончик такой. Удобно, чтобы было нам стягивать. Потому что мы будем стягивать. Так, сейчас мы пуговицу нашу. Где одели пуговицу, прицепили. Теперь вводим в тело, прикладываем, исходим из того, что у нас ручка должна быть вот не выше второго ряда. Значит, и смотрим, где у нас тут наши ниточки, на каком ряду выходят. Значит, здесь. Поэтому нашли и вводим иголочку сюда. Также выводим в этом же ряду, находим этот ряд, с этой стороны вводим иголочку на таком же расстоянии, как и с той стороны. Так, смотрим, недалековато ли? Наверное, далековато. Надо будет чуть-чуть поближе. То есть я перемещу сюда ниточку. Значит, перемещу вот сюда. И уже исходя из этого положения, смотрим примерно, где у нас расположилась наша иголка. Выводим в этот же ряд. Вот сюда, значит. Вот,
Все, меня это устраивает. Как расположилась ручка. Теперь делаем то же самое и с этой рукой. Вспоминаем, куда мы вводили иголку. Получается, с одной стороны она у нас как бы на втором ряду, а с этой стороны она в третьем ряду. Так, и посмотрим сразу, если она у нас правильно ложится, то продолжаем дальше. Ручки на уровне друг друга. Вроде бы все хорошо. Берем пуговичку. Так, здесь мне надо наряд ниже. Конечно, есть такие, не помню, как они называются, штучки пластмассовые. Ими легко работать, но я пока их не нашла. Так, наряд ниже я перемещаю, потому что мне надо будет наряд выше. Значит, наряд выше здесь я ввожу. А тут я вывожу сюда же, где и у меня эта ниточка расположилась. Вот, и стягиваем. Иголочку ввожу сюда же, на теле туда же у меня выходит иголка, как и ниточка. И здесь также вывожу сюда же. Я надеюсь, что я понятно объясняю, как это все делать. Вот. И теперь я буду стягивать вместе с этой ниточкой, которая здесь у меня кончик остался, буду стягивать ручки, притягивать с двух сторон к телу, завязывая. Она немножечко притянется. Вот как-то так. Сделаю несколько узелков и спрячу. С ножками проделываем то же самое. Примерно смотрим, где у нас будут располагаться ножки. Вот. Мы можем сразу наметить, значит, где будет иголочка, значит, вот здесь. Я намечу сразу, что вот сюда я веду иголочку с ниткой. Вот, и получается, значит, вот. Вот, и проделываю то же самое с ножками. Ввожу сюда иголочку, вывожу к этой иголочке. Только забыла сказать, учесть один момент, что когда вы будете примерять ножки, располагайте их так, чтобы игрушка сидела. То есть не высоко сильно, чтобы ножки, ну, благодаря ножкам она сидела. Вот, и все. И дальше делаем то же самое. Утягиваем. Завязывая, они у нас утягиваются, стягиваются. Сильно утягивать не будем. Итак, вырезала я из фетра сюда накладку. Такую вот, которую буду пришивать. Как вот у него вот эти. Кто-то делает просто шов такой. Кто-то накладку приделывает. Поэтому я попробую сделать накладку черной ниточкой. Так, ввожу, значит, сюда. Сделала на кончике. Такой вот небольшой, можно сказать, круг. Почти как круг. Я хотела сделать как квадрат, но получился круг. Вот. Значит,
Вот так, чтобы не бегала посерединке. Воткну. Итак. Я, наверное, на камеру не буду пришивать. Уже по факту покажу, что я сделала, да? Чтобы не тратить тоже время. Значит, пришью я вот сюда накладку. Пришью. Также я вырезала овал сюда на лапки. Точно так же пришью. Итак, вот такой вот мишка получается. Вот эти все швы, которые я сделала там как бы на фотографии, также они выглядят. Ну, здесь уже по желанию можно добавлять, их можно не добавлять, можно ограничиться только вот этими накладками. Можно где-то один шов добавить. Я не знаю историю этого мишки, почему он весь перешитый. Я посмотрю, конечно, и в конце, если найду, в конце видео скажу, почему именно решили так вязать. Делать такого мишку, его даже шьют такого именно, чтобы на нем были швы. Значит, все, я пришила и хвостик, все пришила, все, что нужно было пришить. Вот такой вот он получился. Теперь сейчас будем вязать для него шапочку. Я решила из двух цветов делать шапочку, чтобы была не однотонная шапочка, а была такая интересная. Если у вас есть пряжа такая, знаете, она идет вся разноцветная, можно из нее связать. Просто будет симпатичнее шапочка выглядеть. Ну и, соответственно, крючок я взяла побольше. Взяла 3,5. Итак, в кольцо набираем 10 столбиков с накидом. Сначала я делаю воздушную петлю. Этот считать я не буду. Столбик из воздушных петель. Итак, начинаем вязать столбики с накидом. Раз, два. Итак, провяжем 10 столбиков. Провязали, делаем соединительный столбик с первым столбиком. Далее 2 воздушные петли подъема. Теперь мы провязываем 10 прибавок подряд. Я в эту же петелечку вяжу 2 столбика с накидом. Прибавки у нас будут из столбиков с накидом. Дальше следующий столбик, 2 столбика с накидом. И так мы вяжем 10 прибавок подряд. Провязали. Делаем соединительный столбик с первым столбиком. Второй ряд. Простите, третий ряд. Значит, 2 воздушные петли подъема, и в этот же столбик, где у меня соединительный столбик, я провязываю 1 столбик, следующий столбик, прибавка. То есть мы чередуем столбик и прибавка. Следующий столбик, одинарный столбик, затем следующий столбик, прибавка. И так мы вяжем по кругу, делая 10 повторений. Столбик и прибавка 10 раз. И в ряду будет 30 столбиков. Провязали соединительный столбик. Теперь смотрите. Так как у меня толстая нитка, я на этом этапе буду останавливать вязание свое. А вы продолжайте вязать, если у вас тонкая ниточка. Прикладывайте вот так вот к затылку кружочек. И смотрите, чтобы уже последний ряд доходил до ушка. Если не доходит, вяжите дальше прибавки. Следующий ряд делайте 2 столбика и прибавка, затем 3 столбика и прибавка. И смотрите, если хватает, на каком этапе достаточно, там останавливайтесь. Прибавки делать. Вот я останавливаюсь на 3-м ряду. Теперь нам надо будет делать отверстие для ушек. Для этого вяжу я, значит, 10 воздушная петля и 10 столбиков без накида. Значит, в эту петелечку, откуда воздушная петля, где я присоединилась, я провязываю столбик. Итак, это первый, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10.
Вы смотрите, сколько вам нужно провязать, столько и вяжите. Значит, это у нас мы, получается, нижняя часть. То есть там, где у нас были соединения, это нижняя часть. Вот, довязали до ушка. Если не хватает 10 столбиков, вяжите столько, сколько нужно, чтобы довязать до ушка. Дальше мы будем делать воздушные петельки. Я сейчас буду примерять и смотреть, сколько мне нужно воздушных петель. Для начала делаем 6 воздушных петель и уже отсюда исходим, добавлять нам воздушные петли или нет. Шесть. Так вот прикладываем, чтобы обойти ушко, да? Смотрим. Достаточно? Достаточно. Дальше, примерив, я пропускаю раз, два, три столбика. В четвертую провязываю столбик с накидом. И дальше вот так вот примеряя, смотрю, сколько мне еще надо провязать до следующих воздушных петель на ушке. Значит, мне надо провязать еще 2 столбика, даже 3. И в итоге у меня между воздушными петлями будет 1, 2, 3, 4 столбика с накидом. 2, 3, 4. Вы примеряйте, как у вас. Это все зависит от того, как у вас уши пришиты. Потому что поэтому здесь уже будет индивидуально у каждого по-своему. Далее 6 воздушных петель я набираю. 3, 4, 5, 6. Пропустив 1, 2, 3, в четвертую я провязываю уже столбик без накида. Значит, 1, 2, 3, четвертую столбик без накида. И так вяжу я 10 столбиков без накида. 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, довязали соединительный столбик с первым столбиком. А теперь смотрите, прикладываем, значит, одеваем шапочку. Значит, нам надо сейчас будет вязать резинку. Вязать мы будем только перед и бок шапочки. Заднюю часть мы уже не вяжем. То есть вязать мы будем вот отсюда. От плеча у меня получится, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поэтому я берусь и перемещаюсь соединительными столбиками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот сюда. Либо можно отрезать ниточку и переместиться, либо просто так соединительными столбиками. Семь. Переместилась. 3 воздушные петли подъема. Теперь мы вяжем столбики с накидом в каждый столбик предыдущего ряда. Это первый столбик, мы его будем считать. 2. У меня получается 7 столбиков над столбиками предыдущего ряда. Затем по воздушным петлям я вяжу. У меня воздушных петель 6, поэтому у меня будет 6 столбиков. Вязать я буду вот за полупетельки. Переднюю полупетельку оставляю, не трогая, а вяжу, получается, серединка и вторая полупетелька. Вяжем так, и точно так же у меня с этой стороны еще я провяжу 7 столбиков с накидом. Дальше 3 воздушные петли подъема, поворот.
Теперь мы вяжем резиночку. Значит, мы будем вязать лицевые и изнаночные вогнутые столбики. То есть мы вот захватили рабочую нить, накид, вернее, вводим крючок под столбик, вот за ножку столбика, захватываем рабочую нить, пропускаем и вяжем столбик с накидом. Следующий, с изнаночной стороны, мы захватываем этот столбик, рабочую нить пропускаем и вяжем столбик с накидом. Следующий столбик лицевой. Захватили рабочую нить, пропустили под столбик, под ножку столбика и провязали. Дальше изнаночный. Захватили рабочую нить и провязали столбик с накидом. Так вот вяжется резинка. Захватили накид, вернее, изнаночный, вогнутый. И так мы вяжем до конца ряда. Ну а последний столбик, это у нас воздушные петли, я просто в него провяжу столбик с накидом. А теперь мы меряем. Смотрите, если вам не хватает резинки, недостаточно, вяжите еще один ряд. Я сейчас посмотрю, может быть, я тоже провяжу. Я не знаю, наверное, я не буду больше вязать. Думаю, достаточно. А если вам недостаточно, вы будете вязать, значит, что вы должны сделать? Набрали 3 воздушные петли. Это вдруг тех вяжет, те, кто не знает, как это делать. 3 воздушные петли, поворот. И столбики, которые уже вы видите, они у нас вот они, лицевые. И вот вы под ними вяжете лицевые столбики. Следующий столбик у нас изнаночный, там вы вяжете изнаночный. И так, тут ничего сложного нет. Таким вот образом вы провязываете еще один ряд. Итак, делаем соединительный столбик, ниточку отрезаем. Значит, нам надо будет сделать ремешки. В виде косичек можно сделать. Там по фотографиям, которые выкладываю, выложили эту игрушку, делается косичка, прицепляется здесь, присоединяется, и вот в виде косички у нас тут будет шнуровка, застежка такая. Поэтому берем определенную длину ниточки, 3 таких полосочки, сделаем косичку, присоединим, и все. Ну, вот такие вот косички я сделала. Это завязка такая будет. И еще можно сделать помпончик. Его либо присоединить вот к серединке шапочки, либо когда вот как по рисунку я смотрела, либо когда вы уже оденете шапочку на голову, чтобы этот помпончик был виден, то уже посмотреть, куда ее присоединить, вот, чтобы было видно помпончик на шапочке. Да, можно вот сюда посадить, вот он получается наверху, либо сюда, просто будет как шапочка. Вот я, наверное, посажу сюда, будет как-то симпатично. Ну вот, связали мы с вами мишку Тедди. Такой вот он у нас получился. Если есть желание связать ему еще и свитерочек, напишите в комментариях, то сделаем отдельное видео, для него именно свяжем свитер. Если нет, если вам достаточно одной шапочки, то на этом все. Спасибо за просмотр, приятного вам вязания!